8,5 миллионов леев. Столько потратит Кабмин на организацию рождественской ярмарки. Мероприятия пройдут в столице и еще 10 городах страны. Стартует праздник 24 декабря. В Кишиневе ярмарку организуют у Национального дворца имени Николая Сулака. При этом движение транспорта на улицах не ограничит. Что нас отличает, так это то, что концерты пройдут в нескольких городах страны. Речь идет не только о Кишиневе, но и о 10 других населенных пунктах. И там будут концерты для уязвимых слоев населения. Министр культуры заявил, что рождественская ярмарка станет хорошей возможностью для людей искусства проявить себя. Артист популярный будет приглашен в Кишинев. Народные артисты будут приглашены в Кишинев, чтобы спеть колядки, продемонстрировать свой талант. Народные мастера презентуют свои работы, и туристический потенциал страны будет представлен в выгодном свете. 1 декабря старт зимним праздником дала мэрия Кишинева. У Триумфальной арки зажгли рождественскую ель. Также украсили ряд скверов в секторах столицы. На эти цели выделили 150 тысяч леев.